Настоящий мужчина – это тот, кто любит страну, в которой родился. Настоящий мужчина – это тот, кто отдаст последнюю пайку другу, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина – это тот, кто любит всех людей и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И нужно учиться любить и учиться ненавидеть. Вот эти самые главные предметы в жизни. Понятно, будем рашить. Защитите стратегические объекты. Люди, один раш. Раунд начался. Только через обход. Один на подсаде остался, другой слез. О, по верхам идет один. Другой у мазера. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Срезают на. Еще! Хорош! Еще! Ой, бог! Метр, это два метра. Еще, метр в другом! Думал, ой, знаешь, кишка. Думал, ой, знаешь.